Вітаю всіх, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Рада, в ефірі програма «Власний погляд». Про українську економіку через призму міжнародних запозичень та їхній вплив на українську економіку. Про це ми будемо говорити в нашій студії з економістом Олегом Устенко. Він є директором Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно, зараз питання запозичень досить активно обговорюється різними в експертному середовищі. Різні варіанти дають вплив, як це все спрацює. Насправді Україна витягне без запозичень на сьогодні, зважаючи на той стан, в якому перебуває сьогоднішня у нас економіка? Ну, я думаю, що любая страна может, в общем-то, выплыть по течению, даже если не брать средства. Вопрос, какой ценой? В условиях Украины, насколько я понимаю, средства нужны сразу по нескольким причинам. Первая причина – это дефицит государственного бюджета. Кстати сказать, до тех правок, которые сделало правительство, я понимаю, что дефицит государственного бюджета мог находиться на отметке почти 10% ВВП, что по всем определениям является колоссально высокой отметкой, при которой страна, в общем-то, и существовать нормально не может. Представьте себе, что надо одолжить 10% ВВП. Одалживать Украина могла бы по теперешним меркам на внешних рынках где-нибудь под 10% годовых. Это значит, что надо было быть готовыми к тому, чтобы отдавать 1% ежегодно на протяжении там, периода времени, на который берется этот кредит, 1% своего ВВП чисто как уплату процентов за кредит. Раз. Поэтому, в общем-то, понятно, что правительство должно было ставить перед собой задачу снижения дефицита государственного бюджета. И я, насколько я понимаю, как раз программа сотрудничества с Международным валютным фондом, одно из требований состояло в том, что необходимо уйти с этой абсолютно ужасной отметки в 10% ВВП дефицита и попытаться снизить ее и уйти в отметку 4-5%, что, я понимаю, скорее всего, и было сделано, потому что без этого получить деньги от Международного валютного фонда просто невозможно. Ну, власне, зменшення дефіциту бюджету відбулося шоковою терапією, як уже назвали секвестр бюджету 2014 року, і завдяки жорсткій економії. Тобто Україна має жити як мінімум рік в умовах жорсткої економії. Як, власне, це позначиться і чи вдалося нам уникнути тих ризиків, про які ви говорили, і загалом ті, що очікують? Ну, риски, в общем, насколько я понимаю, в краткой и среднесрочной перспективе, при условии снижения дефицита государственного бюджета, их удастся избежать. Но это отнюдь не означает, что не появляется других рисков, потому что, когда происходит снижение дефицита государственного бюджета, это означает, что государство меньше стимулирует экономику при помощи имеющихся у него инструментов государственно-бюджетной политики. И это означает, что фактически экономика начинает депрессировать. То есть, по большому счету говоря, украинская экономика и без того должна была показывать спад на протяжении 2014 года, вот исходя из тех реалий, которые сейчас сложились. Дополнительным давлением на увеличение этого спада может быть ужесточение бюджетной и фискальной политики. То есть, но тоже правда, что на чаше весов есть выбор. С одной стороны, есть возможность попытаться жить посредством в условиях вот тех, которые сложились, при этом депрессировать экономический рост, то есть скатываться дальше в плане своей экономики, либо попытаться жить не посредством, а значит тогда затягивать так поплотнее петлю на своем собственном горле, и означает, что через год-два все эти проблемы должны были бы, я имею в виду бюджетные, материализоваться, и ситуация могла бы ухудшаться. Несколько раз масштабы были бы... Конечно, они идут в пропорции, в геометрической прогрессии, поэтому вопрос, с чем сравнивать. Но точно, определенно, однозначно то, что программа сотрудничества с Международным валютным фондом действительно была необходима. Як рятівне коло для української економіки, якщо говорити про той кредит, який нам обіцяють саме за рахунок Міжнародного валютного фонду, на яких умовах і коли його варто очікувати? Адже більше про кредити, про запозичення. Поки що на рівні розмов. Жодного гривні, жодного долара додатково до української економіки ми не отримали. Правда, что большая часть международных финансовых программ, которые рассматриваются сейчас для Украины, и программа от Международного валютного фонда, и программа сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком, отдельно деньги Европейской комиссии, отдельно возможность получения гарантии от правительства Соединенных Штатов Америки, от Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, от Мирового банка, правда. Но они
принципе, все идут, не за каким-то исключением, они все идут в привязке к программам Международного валютного фонда. Как только будет разблокировано сотрудничество, нельзя получить деньги, например, от правительства Соединенных Штатов Америки или от Европейского банка реконструкции и развития без наличия программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Можно сколько угодно критиковать и условия, которые есть или будут в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Но, в принципе, необходимо понимать, что эта программа дает возможность разблокировать другие программы. Но, опять-таки, тут же не вопрос просто денег и просто от тех средств, которые мы можем одолжить. Вопрос состоит в том, что в данном случае Украина берет на себя обязательство сделать те или иные меры, которые, кстати сказать, насколько я понимаю, по программе сотрудничества с МВФ можно условно разбить на три категории. Первая категория — это все, что касается перевода системы государственных финансов в более устойчивое положение, все, что касается монетарной курсовой политики. Это второй блок. И третий блок — это структурные реформы. По большому счету говоря, это все то, что мы должны были бы и сами сделать. И структурные реформы, и приведение системы госфинансов в устойчивое положение, и монетарная политика более такая гибкая и правильная, соответствующая времени, мы должны были это сами сделать. Но с Международным валютным фондом, в данном случае, он выступает, с одной стороны, как контролер того, что мы будем делать правильные шаги, внешний контролер, внешняя привязка, вот такой вот внешний якорь, с одной стороны. С другой стороны, конечно, денежный ресурс, который мы от них получаем, который, кстати сказать, идет достаточно дешевым ресурсом, он находится где-то в районе около 3%. Но для примера, если Украина сейчас вышла бы на внешние рынки капитала и попыталась бы одолжить, должна была бы быть готова платить, скажем, процентов 12 как минимум годовых. А тут возможность около 3%. Это совсем не означает, что эти деньги от МВФ можно проесть. Тоже правда, я понимаю, что очень... Тобто вони мають бути цільовими і гарантовано підтверджуються, оскільки буде здійснено такий зовнішній контроль, вони мають іти уже за програмами, але настільки сьогодні міжнародна спільнота довіряє Україні, адже досі, принаймні з останнім часом, все частіше ми чуємо, що гроші були, йшли більше як в якості корупції, я тобто думаю, практично не мали цільового призначення. Я думаю, що довір'я достатньо низьке. Більше того, апетит кредиторов и инвесторов на развивающиеся рынки, а Украина является ярким представителем развивающихся рынков, резко снижался на протяжении вообще этого года. Не в привязке к Украине, а в принципе к развивающимся рынкам. Поэтому, по большому счету говоря, мы закованы вот в те условия и играем в той системе координат, которая сложилась не потому, что мы ее формировали, а потому, что вот она такая сложилась. Хотя параллельно, конечно, с этим есть и собственные проблемы. То, о чем вы говорите, коррупция, нецелевое использование бюджетного ресурса, большое количество каких-то непонятных случаев, когда финансируется одна программа, а деньги непонятно куда перетекают и в каком объеме, чи насколько эффективно. Чи будут закладываться эти риски, власне, в те кредиты, которые будут надаваться Украине, відсотки або в каком-то другом варианте? Ну, если мы говорим по поводу международных финансовых институций, то я понимаю, вот почему так важно было наличие программы МВФ для того, чтобы разблокировать другие программы. Для внешних кредиторов это означает возможность системы контроля или вообще контроль за состоянием того, а что происходит с уровнем тех же государственных финансов, или, по-простому говоря, куда тратятся деньги, на что тратятся деньги. Но тоже правда, что деньги, которые, в моем понимании, которые можно получить от того же Европейского банка реконструкции и развития или Инвестиционного Европейского банка, это не деньги, которые может получить правительство Украины. Это деньги, которые дадут украинскому частному сектору. То есть, опять-таки, важнейшая роль и важнейшее в данном случае действие, которое ожидается, как раз ожидается со стороны украинского частного сектора. И если нет инвестиционно привлекательного проекта, тобто на конкретні програми, на конкретні проекти, під конкретні прізвища будуть видаватися? Но точно ці фамілії – це не фамілії Кабінету міністрів України. Це фамілії, якщо річ йде об інвестиційному ресурсі. Але чому, власне, така прив'язка жорстка, принаймні, вона досить чітко проглядається, прив'язка саме до проведення виборів. До виборів жодного долара в Україну не зайде. Тобто вони очікують уже більш стабільної ситуації в Україні? Ну, кстати сказати, я не уверен, що касається дня
ожиданиях, по крайней мере, от Международного валютного фонда. Насколько я понимаю, в конце этого месяца должно быть заседание Совета директоров в Вашингтоне, который будет рассматривать вопрос Украины. После этого, по большому счету говоря, мы вправе ожидать буквально через от нескольких дней, это правда, до, может быть, нескольких недель получения первого транша от Международного валютного фонда. И более того, я думаю, что первый транш, он фактически дастся достаточно быстро. Почему? Потому что Украина многое уже сделала раз. Я имею в виду, например, с точки зрения либерализации курсовой политики, с точки зрения... Это плавающий доллар, курс, да. И, кстати сказать, это должно снизить ту нагрузку, которая существует сейчас. Я имею в виду девальвационную нагрузку, которая существует на гривну. Но, кстати сказать, она же и поставит наш национальный банк в более такие правильные рамки с точки зрения проведения монетарной политики. Я имею в виду, например, и вопросы, связанные с рефинансированием, которые в данном случае важны в привязке, если ты рассматриваешь их с курсовой политикой Национального банка. Здесь есть масса неизвестных, здесь есть масса вопросов, связанных с тем, что ситуация нестабильна вне, но она также колоссально нестабильна в Украине. Понятно, что инвесторы, большая часть инвесторов занимают выжидательную позицию. Понятно, что инвесторы вообще напуганы ситуацией в мире как таковой, в Центральном Восточной Европе, в частности, во многом благодаря тому, что делала в последнее время та же Российская Федерация. Тобто призупинені певні програми, напрямки? Я думаю, да, но тут еще раз хочу подчеркнуть, ничто не снимает и никто не снимает с украинцев их актуальности, их собственного домашнего задания. Брюссель, Москва, Вашингтон, Токио не будут делать за нас домашнее задание, связанное с улучшением качества нашего инвестиционного климата. Никто не будет бороться с нашей коррупцией извне. Давайте, якщо говорити про ту роботу, ті домашні завдання, які має виконати Україна, не дивлячись на всі запозичення із Заходу, це що? Давайте перерахуємо 1, 2, 3, якщо це можна по пунктам. Ну, якщо один, це прежде всего корупція. Все, що стосується корупції, не забувайте, що тіньове... Це правове врегулювання. Чи це конкретні механізми, які вже мають бути задіяні? Я думаю, що... Самое меньшее, надо иметь вообще четкое понимание, каким образом Украина собирается вообще бороться с коррупцией. Кадровая политика, увеличение уровня прозрачности в тех же государственных закупках, насколько я понимаю, правительство сделало уже соответствующий шаг в этом направлении. Другой вопрос, насколько он принципиален и важен, но что-то уже сделано. Второй важный момент, который... Это точно не означает, что мы должны остановиться. Если вы посмотрите последние обзоры Transparency International, то Украина традиционно рейтингуется фактически в конце этого списка в плане вообще уровня коррупции в стране. Наши собственные оценки говорят, что как минимум наиболее консервативный метод подхода к оценке уровня коррупции в Украине говорит по поводу того, что теневой сектор здесь колоссальный. По нашим оценкам, в прошлом году в теневом секторе было произведено таким оценочным, именно оценочным показателем, порядка 150 миллиардов долларов. Это при том, что на свету было произведено порядка 175 миллиардов долларов. То есть это фактически равноценные сектора. Они существуют и потому, что есть коррупция, и потому, что они питают коррупцию. Какие еще внутренние резервы есть? Второй важный момент, и я понимаю, что ожидается каких-то серьезных действий со стороны Украины, это все, что касается судебной системы. Абсолютное реформирование судебной системы. Кстати сказать, на это можно получить большое количество денег в виде технической помощи от того же Европейского Союза. Это то, о чем говорят инвесторы, то, что их останавливает. Когда ты делаешь сделку, а в следующем месяце или на следующей неделе, или уже послезавтра сделка будет пересмотрена, просто потому что в стране существует... То через судовую систему у нас залишается буквально там... Судовая система и все, что... И третий момент, третья группа... Как раз третий блок вопросов – это все, что касается дерегулирования бизнеса. Все, что касается административных барьеров для ведения бизнеса. Украина сделала прогресс. Это будет тимчасово, Захид? Я думаю, что это что-то, что расчистит абсолютно полностью то регуляторное поле, которое есть в Украине. Для Украины подъем в рейтинге того же Doing Business репорта Мирового банка на 10, 12 и 20 позиций вообще ничего не дает. Для нас важно сделать принципиальный скачок. Уйти там со 120-й позиции и перейти, например, на 70-ю позицию.
позицию. Я розумію, тоді рейтинги України загалом зростуть, і інвестиційний клімат поліпшиться. І клімат, і довір'я кредиторів, і інвесторів. Якщо, скільки я думаю, що наших глядачів досить цікавить загалом ситуація на валютному ринку, уже почався трошки відкат долара в залежності, в співвідношенні. Що можна очікувати за вашими прогнозними оцінками надалі? Я думаю, що після прийняття рішення Міжнародного валютного фонду підніметься довір'я зі сторони внешніх кредиторів в Україні, успокоятся внутренние кредиторы, которые имеют на руках большое количество тех же облигаций внутреннего государственного займа. Я предположил бы, что немножко улучшится ситуация в плане восприятия или ожиданий населения в плане возможной или невозможной девальвации. Я бы ожидал некоторого укрепления гривны. Но тоже правда, что... Подвязка идет четко, все-таки под запозичение они також залежат. Я думаю, что да. Я думаю, что... Потому что, в общем-то, золотовалютные резервы обмельчали. Когда золотовалютные резервы находятся на уровне 15 миллиардов долларов, не мешало бы их каким-то образом пополнить. И никто ничего не придумал нового в плане пополнения, как либо экспорт, который можно получить, выручку от экспорта, который, к сожалению, в Украине очень активно падает, в том числе, кстати сказать, и по северо-восточному направлению. Вы знаете, статистика первых двух месяцев крайне неутешительное падение нашего экспорта и в Россию, и вообще, в принципе, да, в таможенный союз фактически на треть. На всех моментах, пов'язаних із розвитком української економіки і загалом з нашими процесами, які відбуваються в цьому секторі. На жаль, не маємо часу. Я так розумію, що можна хоча б елементарно очікувати позитиву в цьому напрямку і поліпшення стабілізації ситуації. Я думаю, що да, Україна настільки неефективна економіка, де небольші змінення можуть давати колосальний економічний ефект. Вопрос понять это и согласиться на то, что эти изменения необходимо делать. Я думаю, что самое главное действительно выявить их и зрозуміти, как с этим дальше вести для того, чтобы їх ліквідувати. Олег Устенко, директор Центру світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, вам що спасибо. Прийшли і за розмову таку цікаву. Я так сподіваюся, що ви нам позитиву трошки додаєте. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу «Рада». Залишайтеся з нами надалі. До побачення.